ребята. Колеса, смотрите, огромные. Колеса грузовика. Вот такой у нас фаертрак. Давай, 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 давай. Опа. Сейчас всех раздавим зомбаков. Такой вот у нас зомбоавтомобиль мощный. Ну, ускоряемся. Отлично. Этого зомбака огромного убили. Сейчас посмотрим, докуда доедем. С такими-то колесами. Мы вообще, смотри, как летим офигенно. Так, все, ускоритель у нас закончился, ладненько. Да, вот на этом месте заканчивается постоянно ускоритель. Ну, поднялись мы практически так же, как с маленькими колесиками. Может быть, чуть-чуть лучше. Так, обшивка отлетела. Вот такой вот у нас футуристический. Опа, 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 здесь что? Дуда Плей. Всем привет, ребята! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру «Машинки против зомби». Вот такой у нас автомобильчик. И мы отправляемся вверх. У нас новая, получается, карта. Нам нужно... А мы сейчас, кстати, посмотрим, проверим такую карточку. Мы не смотрели, еще не ездили здесь, смотрите, это первый раз. Давай увеличим сейчас. Посмотрим, что да как здесь, я смотрю. Интересно, да? И здесь нам нужно проехать. Ох, нифига, смотри, какой боец был. Зомбак, офигеть просто. Какой монстр был огромный. Я его убил. Прям тут вообще монстры идут, вообще мощные очень, прям огромные. Но наша боевая машина проезжает. Так, ускоритель закончился, ладненько. Все, здесь, наверное, нет, немножко едем дальше. О, смотри, видишь, ты видел, какие огромные монстры. Все. Хорошо, заработали 65. Давай увеличим ускоритель. Хорошо. Едем. День 411 у нас. Вот, теперь видишь, только сейчас у нас есть точка, до куда мы доехали. Нам нужно ее, естественно, опередить, дальше проехать. Да, смотри, как здесь. Интересно. Монстры прям вообще огромные. Давай, 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 тачка, давай, наша, давай. Во! Ускоряемся, что ж я. Про ускоритель-то забываю, ребята. О, отлично. В принципе, прикольное место. О, ты видишь, огромный мужик. Огромный зомбарь. Вот так. Так, ускоритель еще немножко есть. О, хорошо. Опаля. Так, что у нас там по времени? О, ребята. Так, все, ускоритель закончился. Так, ну мы еще едем. Нормально. А что я тогда этот ускоритель забыл, что ли, не нажимал? Или как, я не помню. Во-во-во-во-во. Смотри, мы проехали. Вот, ну смотри, какой огромный зомбарь. Ты видел? Офигеть просто. Что ж так. Так, что мы можем здесь приобрести? Ускоритель. Все, мы по максимуму купили ускоритель. Едем дальше. Теперь будем мы прокачивать нашу броню. О, давай, 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 давай. О, ускоритель, видишь, как хорошо едет. Давай, 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 папа. Да, и патронов, смотрю, у нас много еще. Я смотрю, много патрончиков. О, давай, давай, машинка. Вот это прям огромный зомбарь такой был. Ой, блин, здесь не очень удобно. Вот, смотри, у нас этот есть. Так, еще немножечко ускорителя. Давай, давай. Ах, черт. Не успели, не допрыгнули. Ладненько. Блин, все, ускоритель закончился. Да ё-моё, да как так, а? Ускоритель, блин. Так, все, ускоритель утерян. Вот так, ребята. Если ускорителем будешь экономно пользоваться, он где-нибудь тебе просто тупо отлетит. Все, закончился бензин. А, пока ничего не будем покупать, поехали. Нам нужно покупать броньку.
Вот, поэтому деньги экономим, пока не тратим. Колеса у нас же полностью прокачаны, что-то я забыл. Да, зомбари здесь огромные. А потом после этой машинки будет самосвал огромнейший. Вот он-то да. Там-то будут у нас, конечно, монстры мощные. 100%. Опа. Так, ускоряемся. Ё-моё. Так, патрончики закончились. И скоро закончится у нас ускоритель. О, вот здесь сейчас поднимемся. Опля, вот нифига огромный какой чувак. Опа, ускоритель закончился, ладно. Ничего страшного. Закончился, да закончился. Так, и здесь у меня машинка обычно заканчивается бензин. О, ну мы немножко дальше проехали даже. Ну, чуть-чуть совсем. 68 тысяч мы заработали. Что у нас, колеса можно купить, да, прокачать? Броньку. Давай купим броньку максимум. Хорошо, все. Теперь у нас машина какая, смотри, интересная, да? Fire Truck, amazing, невероятно, Fire Truck, пожарный автомобиль, такой пожарный грузовик даже, трак это грузовик. Ах ты гад, еще залез сверху, прыгнул мне на тачку, я ж переворачиваться должен, а вот ты не мешаешь. Ладно. Вот такая байда, смотри, несется, да, вообще, прикол. Такое несется прям мощное. О, мощи много у нашего автомобильчика. Давай. О, отлично. Прям взлетает. И, оп, патроны закончились. Ладно. Ух ты, отлетела, смотри, обшивка у нас. Обшивка отлетает, офигеть. Давай, машинка. Я в тебя верю. Во, Fire Truck. Супер автомобиль. О, бензин закончился, ё-моё. Раньше я дальше проезжал. Так, ну что у нас тут по деньгам? О, мы можем приобрести коробку передач. Вот сейчас мы, конечно, с этой коробкой передач поедем дальше. Да? Мы проедем намного дальше. Ух ты. Коробки мешают. Давай. Надо ускорять двигатель. О, двигатель покупать более мощный. Да, тогда будет наш автомобильчик вообще нестись. Какой у нас Fire Truck мощный, прям весь он в броне, с пушкой, с ускорителем. Смотри, какой красавец. И сейчас я ему еще куплю обязательно колесики. Все взрывается, офигеть. Вот этот огромный зомбарь. Да, я куплю колеса более мощные буду. Подниматься наверх будет более проще, более легче, что ли. Ах, чуть-чуть не хватило у нас. Мощи, да, ускоритель закончился. Вот такой у нас автомобильчик. Да, колеса нужно. Колеса нужно побольше. Когда будет легче подниматься. О, смотри. Мы приближаемся к точке. Опа, опачки. Да, смотри, дальше стали ехать немножко. Ах, ты ё-моё, закончился бензин. Что мы здесь можем прикупить пока? Пока ничего не... А, ну только что двигатель. Ладно, ну а мы хотим накопить денежек на колеса, поэтому мы пока не покупаем двигатель, копим на колесики наши. Новенькие, мощные, здоровые колеса. Давай наверх. Много потратили на ускорителя из-за этого подъема. Ну ладно, вот здесь на подъеме ровненько мы будем лететь. Быстро. О, отлично, смотри, видишь, как хорошо. Компенсировали мы потерю ускорителя. О, все, ускоритель закончился. Ну как мы летели, круто. Смотри, чисто все сверху мы поднимаемся, летим. Вот зомбаря убили, отлично. И здесь спускаемся вниз. Также у нас еще остались патроны, которые мы стреляем. Зомбаков. Вот такой у нас автомобиль мощный. Ну смотри, мы ни разу не потеряли, да, обшивку. Не знаю, сейчас посмотрим, потеряем обшивку или нет. Угу. Прям смотри, огромный чувак.
Что у нас там по бензину? Ага, вот, смотри, обшивку мы первую теряем. Ой-ой-ой-ой, смотри, что-то все встали здесь. Вернулись даже, нифига. И закончился бензик у нас здесь, хорошо. Все, отлично, открылось у нас колеса. Берем колеса. Лучшее сцепление с дорогой, проще ехать в гору. Все, полностью у нас на максимуме колеса. Вот такие огромненькие. Сейчас поедем, посмотрим. О, нормально, нормально. Давай-давай наверх. Мощно, мощно, ребята. Колеса, смотри, какие огромные. Колеса грузовика. Вот такой у нас фаертрак. Давай-давай-давай-давай. Опа. Сейчас всех раз давим зомбаков. Такой вот у нас зомбо-автомобиль мощный. Ускоряемся. Отлично. Вот этого зомбака огромного убили. Сейчас посмотрим, докуда доедем. С такими-то колесами. Мы вообще, смотри, как летим. Офигенно. Так, все, ускоритель у нас закончился. Ладненько. Да, вот на этом месте заканчивается постоянно ускоритель. Ну, поднялись мы практически так же, как с маленькими колесиками. Может быть, чуть-чуть лучше. Так, обшивка отлетела. Вот такой вот у нас футуристический. Опа, 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 опа. Здесь что у нас как? Доедем куда-нибудь подальше или нет? Давай, давай, давай. Опа, смотри, все равно. Куда-то мы дальше доехали. Отлично. О, спуск, смотри, какой огромный. Охо-хо-хо-хо. Нифига себе. Так, что у нас там? О, еще один спуск. Нифига себе. Понятно, понятно. Ну еще дофига. Ну уже хотя бы до середины мы доехали. Ох, ну что ж, я буду на этом заканчивать серию. Всем большое спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч, на новых роликах. Пока-пока.